Прошу! Виджай! Это зерно нужно подготовить к отправке до конца дня. Это займет больше одной минуты, не так ли? Прости. Обычно нас двое, но мой сын не справляется. Всему свое время. Пусть отдохнет. Я помогу тебе с урожаем. Он слишком юн для работы в поле. Я знаю, но я не смог заплатить рабочим, и они ушли. Все зерно уходит на оплату налогов. Не отдам, сожгут мой дом. Спасибо тебе. Теперь я смогу заплатить шакалам Сихрету. Хоть какая-то отсрочка. Расскажи, кто собирает налоги. Они ездят по дорогам Саис. Предпочитают держаться окраин. Их безумный хозяин, Сифету, велел им забирать все, что у нас есть. Я попробую их найти. Предложу вести себя помягче. Ты ведь трудяга. Сына растишь. Да, Нэп. Мой мальчик отдохнул и скоро сможет продолжить работать. Хвала богам! Thank you.
Только не насыпай слишком много. Я ищу главного пивовара Харкуфа. Мне не до тебя. Поговори с кем-нибудь из надсмотрщиков. Ты меня не понял. Я Миджай. Это Паладора. Это Паладора. Ну, конечно. Я ищу Скоробея. Тень, что нависла над Саисом. Тссс, прошу, не стоит произносить это имя. Аполлодор знает, что люди мучаются. Ко мне приходят, многие жалуются. Торговлю душат, солдаты бесчинствуют, а бремя налогов Птолемея грозит раздавить нас. Пойдем же, отдохнем там, где есть крыша над головой. Куда повезут этот груз? Вэмау, для ритуала Сехмет. Закрывай и клади на телегу. Ну, настил Джериан. Скоробей рассказывает много страшного. Уверен, Аполлодор говорил тебе. Я слышал об увечьях, похищениях и о тех, кого хоронили заживо в пустыне. Ужасная судьба. Оказаться в ловушке песков, когда твои тело и дух терзает безжалостное солнце. И ты ждешь часа, когда тебя примет Дуат. Но это всего лишь рассказы. В Саисе, разумеется, есть злодеи. Но Скоробей, если он и существует, о нем боятся говорить. Сведения людей Харкуфа. Последнего, кто задавал вопросы про Скоробея, избили до полусмерти и отрезали ему язык. Кому? Гуфе. Вестью истинного правителя этих краев, Тахарки. Вон там, Кава, внук Гуфе. Эй, уже выиграл? Я ищу твоего деда. Знаешь, где он? Нет, он ушел в сторону лагеря Пир. Пока что не вернулся. Что ж, пойду поищу его. Эй, стоять! Ищите утешение здесь! Скажите отправиться в скалы!
Подожди! Ты не пройдешь, собака! Что-то здесь не так. Лучше быть начеку. Надо действовать.
что случилось с нищим? С ним им? Шастал около лагеря, вот его и проучили. Надолго запомнит. Гупа, я тебя спасу. Думаю, жить будешь. Скоробей лишил тебя языка, но ты можешь помочь. Харков сказал, что ты искал Скоробея. Помоги. И он умрет, обещаю. Надо убить лучников Сефету в Саисе. Без них он слеп. Нафур сказала, что они собираются ехать в Летополис. Эй, ты! Стой! Сюда меня не пустят. Я найду тебя, а потом убью.
Эй! Надо убить лучников Сефетуса. Лавкачи, дельцы, странники, ищите утешение здесь. Спешите отправиться в сказочный Литополис. Видел, как немой пытался говорить с Харкуфом. Просто умора. Добрался без происшествий? Нормально довез, урожай? Так же. Лагерь Пир — это просто ужас. Солдаты, негодяи и воры. Сефет увидит немного хуже. Зараза! Добрался без происшествий? Нормально довез урожай? Так же. Лагерь Пир — это просто ужас. Солдаты, негодяи и воры. Хай, ты сэшн гэрэ?
Что будем делать с нищим, которого Маркус поймал в шатре Филадельфии? Я убью тебя! Что случилось с нищим? С ним? Тебе здесь не рады. Купа, я тебя спасу. Думаю, жить будешь. Скоробей лишил тебя языка, но ты можешь помочь. Харкув сказал, что ты искал Скоробея. Помоги. И он умрет, обещаю. Нафур сказала, что они собираются ехать в Литополь. В сторону! Что это за игры? Дедушка! Дедушка, как ты? Что с ним? Избит, изранен и хочет пить. Солдаты не пощадили его, но он поправится. Где твой отец, Кавап? Надо поговорить. Его тут нет. Он на строительстве. Мама! Дедушка ранен! Солдаты снова решили, что он попрошайка. Отец, что ты опять натворил? Искал Скоробея. Если поможет мне, то я буду вас защищать. Скоробей просто миф. Все это знают. Он попросил прочитать. Похоже, Скоробей собирает армию и ведет к Литополису. О боги! В город, где сейчас мой муж. Город, сгинувший в песках? Отцу предначертано возродить его. Скоро мы встретимся. Да, мама? Да. Мой муж Тахарка работает там не один месяц. И точно поможет. Он всех там знает. Если что, передай, что я по нему скучаю. Конечно, передам.
Баек, мой Меджай. Разбойники стали осквернять гробницы, красть наши сокровища. Этих гадов волнует только наживо. Помоги, восстанови порядок, дружище. Пройдет охранять нашего неба. Держи, как обещал.
Родная, у нас нет денег, чтобы заплатить налоги Сефету. Как придет, я попрошу его продать меня работорговцам. Нет, нет, не надо. Бедедук, а не хает. Амосис? Да. Ты хочешь отведать мидий? Меня зовут Баек. Я от Харкуфа. Он просит помощи в делах Джески. Что нужно? Джеска была убита. Теперь Харкуфу нужен новый союзник, чтобы спасать несчастных от Сефету. Что? Должно быть, ты еще не знаешь. Сефету ни за что не удержать Джеску. Она сумела сбежать. Да? Где она? Плывет по Нилу, на Филуке с припасами для людей, которых она спасла. Она направилась к юго-западу, рискуя встретить бегемотов, чтобы скрыться от глаз Сефету. Следуй вдоль берега и найдешь ее. Эти проклятые твари! Помоги мне их отогнать! До встречи, Байк. А я Джеска. Как ты здесь оказалась? Случайно. Я сбилась с пути. Никто не может миновать людей Сефету случайно. Что ты знаешь про Сефету? Харков думал, ты мертва. Но ошибся. Ты нужна ему. Помоги мне доставить припасы в деревню. Люди на меня рассчитывают. А там мы поговорим. Так ты знаешь Харкуфа? Я говорил с ним по просьбе одного человека. Судя по всему, у нас общие цели. Харкуф — великий человек. Хотя сейчас в Саисе каждый второй мнит себя великим. Ну, Харкуфа — доброе сердце. Он защитник города и его жителей. Да, защитник от трусов вроде Сефету из Карабея. Я уже помогла бежать из Саиса многим семьям. Например, той бедняжке Венес и ее сыну.
Сефет сжег дотла каждого, кто не подчинился ему. Ты храбра, раз помогаешь тем, кто тебе не родня. Стараюсь. Я укрываю людей в деревне, пока они не будут готовы пересечь пустыню. Вот зачем нужны еда и лекарства. Как ты спаслась? Люди Сефету приволокли меня в крепость Никио и долго пытали огнем. Но я плевала им в лицо, когда они подумали, что... О, боги! Это Сефету! Место хорошо охраняется. Тебе конец! Вот и все. Сколько несчастных погибло в огне. Живые есть? Нужно уходить. Тут опасно. Ты слышал? Да. Богам, ты среди живых! Я тебя не оставлю! Нужно попасть к моим
родным, если они целы. Ты можешь понести Пенту? Конечно. Показывай путь. Thank you.
Хиппи! Абана! Как вы? Спасибо, что спас Пенту. Ты бы сделала то же самое. Он твой должник. И проживет еще долго. Нет. Он в опасности, пока жив Сифету. Я иду к Харкуфу. Нужно найти способ выманить Сифету из укрытия, чтобы убить людей его. Людей из Дуата уже не вернуть. Но я помогу отомстить за них.